Итак, снова здравствуйте, это снова «Курящий из окна», что-то я минут на пять раньше начал, но, надеюсь, на это никто не обиделся, вроде как в основном люди более-менее подходят пораньше, а кто не пораньше, тот уже сильно попозже. Я вас поздравляю, началась весна на территории Российской Федерации, бывшего Советского Союза, да, в принципе, наверное, всего мира, хотя для меня до сих пор загадка, называют ли там, где все наоборот, весну весной или весна у них осенью. Короче говоря, не был я в Австралии, не знаю. И сегодня утром я проснулся, прям почувствовал, пришла весна. Где-то 7:30 утра, когда я проснулся, телефон показал мне минус 25 градусов. В моем Санкт-Петербурге я почувствовал, это оно. Но, правда, потом, кстати, днем я реально весну ощутил. Сегодня впервые грело солнце, это прекрасно. Даже не знаю прям, что об этом сказать. На солнце было хорошо и вроде вообще теплеет. Я забыл сбегать за мышкой, чтобы запустить летсплей, который у нас традиционно идет на заднем плане. И что-то я, кстати, смотрю здесь. Ну да, этот экран нам, как всегда, подтверждает то, что мы продвинулись еще немножко. И мне очень интересно. Во-первых, я что-то не образил. Чат тормозит на 30 секунд. Это стандартная задержка Ютуба. Что-то я не обратил внимания, как все только начиналось. Интересно, когда я загрузил игру, этот ящик уже был разбит, или они успели здесь постреляться на заднем плане, пока я ждал. Дайте-ка я, если вам не обидно будет, ну, вам, я думаю, будет не обидно, быстро-быстро перезапущу игру, просто посмотрю. Выход. Я надеюсь, все будет нормально. Это действительно какая-то загадка. Так, Black Mesa, ты синхронизируешься. А, тебе не надо синхронизироваться, потому что я еще не запускал игру. Ну вот, мини-пятнышко. Терпим потихоньку. Вроде как с начала недели уже будет минус 5, минус 10 максимум. Но пока что что-то прям реально жестко. Но солнце чувствуется. Не. Они сломали его заранее, так что все как надо. А еще мне, кстати, очень интересно. Вот тут сразу видно, что мы же приближаемся к ракете, которая скоро пойдет. Ну, вернее, которую мы и должны запустить. Здесь есть запчасть к этой ракете. Сейчас мне снова должны напоминать про Kerbal Space Program, игру, которую познать я хочу, но мне некогда и страшно. Но мне не это интересно, мне интересно, почему здесь цифра 2042. Это... Я все пытаюсь вспомнить, есть же, по-моему, фильм «Луна-2042». Или она «Луна» какой-то другой год. Не помню, но если это «Луна-2042», это очень символично. А вообще, по-моему, 2042 год как раз в этом... Примерно 2042 год в этом романе «Бегущий по лезвию», который я... О, какой «Бегущий по лезвию». Хотя, кстати, в «Бегущем по лезвию»... Не, в «Бегущем по лезвию»... А, или «Бегущий по лезвию» второй фильм в 2042 году было действие. Я-то имел в виду не этот, я имел в виду именно «Первому игроку приготовиться», который я дочитал. У меня прям куча впечатлений и всего, и теперь хочется посмотреть это еще более... Кстати, наврал я вам, не 27 марта, а 29 марта. Должна быть премьера. Короче, на чем мы закончили в прошлый раз? Я воткнул то, что надо, и стало хорошо. Кому-то. Зачем я это сделал, я не понял. Тут все искрит. Наверное, от этого должно стать кому-то еще лучше. Правда, мне туда внутрь нельзя. А почему мне нельзя туда внутрь, если там лечилка? Причем неиспользованная явно. Мне кажется, или меня что-то бьет постоянно. У меня ложечка в чашечке загораживает хелсы. Да, здравствуйте. Привет, Дан Дамирани, привет всем. Силы грома, да, я прочитал, что тебя не было в прошлый раз. Но ты обещался быть, это есть. Чего мне туда нельзя? Потому что я электричество включил? Или что? Или меня туда еще пустят? Хм. Странно. Чё там что-то важное, там рычаги какие-то. Ну ладно, разберемся. Не, Хитман что-то не моя серия игр, я, по-моему, ни в одного Хитмана не играл вообще. В общем, я пока немножко не понимать, зачем я тут, хотя не, это нажимать не надо, эти ящички тут вполне себе обычные. Просто какие-то распределительные щитки. А, может быть, я туда, кстати, сверху упаду, это тоже как вариант. Вполне себе. Пойдем, в общем, исследовать. А, исследовать мы не туда пойдем. Здесь я уже был.
Привет, Адельфия. Бегущим по лезвию 1047. Ну вот как-то да. Что-то у них такая сдвижка. На сколько лет получается? На 30 лет. На 30 лет, видимо, сейчас популярно делать фантастику будущую. Что там, что здесь, потому что не совсем предсказуемо, что будет. И можно делать что угодно. Я, кстати, только сейчас, когда книжку второй раз начал немножко послушивать. Я же отсюда пришел, да? Или не отсюда? Но если я отсюда и пришел, то я могу здесь подзарядиться все равно, поэтому пойдем пока что обратно. А! О! А хедшота ты не хочешь? Уйди. Ладно, 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 ладно. Я просто, как всегда, включил электричество, а зачем не понял? Еще лифт какой-то опускаю. А, это лифт для вагонетки. Что я хотел сказать? А, я как первый раз, естественно, ничего не запомнил в этой книжке, а вот сейчас второй раз решил для закрепления материала послушать. Но она быстро слушается. Что там, оказывается, этот оазис-то придумали как раз в 2012 году, типа, автор писал эту книгу в 2011. Не знаю, к чему это, ну, просто что. Решил не заморачиваться. Решил, что у нас у всех скоро счастливое будущее настанет. Привет, цик-агент. Да, игры со стелсом я очень не люблю. Кстати, курящий, я тут перепрохожу первую халфу со скуки. Ну и Дикей скачал. Но в одиночку там играть отвратительно. Ладно, буду молчать. Ибо я же обещал, что вернусь, когда выйдет Half-Life 3. Ну, не грусти. Я говорю по-прежнему, мне собраться на что-то, что запланировано, очень сложно. Я же вам все еще обещал поиграть с вами то ли в Team Fortress, то ли в Counter-Strike. Так и не собрался пока. О, будет 8 марта, надо будет как раз там. Всегда женский праздник. Возобновляется чемпионат по футболу. Надо еще добавить какого-нибудь огня и поиграть в Counter-Strike еще. Чтобы совсем было всем хорошо и весело. Хотя, может быть, девочкам тоже нравится Counter-Strike, кто ж его знает. Правда, уверен, не тот, который у меня. Но это бывает, это проходит. Что-то чувствуется прямо, что сегодня четверг, какое-то настроение такое слегка отвратительное. Я уже второй или третий день подряд прихожу с работы, сильно замерзшие определенные местами. Мне очень кажется, что я должен заболеть. Мое левое ухо как-то об этом напоминает, но не до конца, слава богу. Я забыл, кстати, что там во что отдается, а? Когда там ноги отмораживаешь, что должно отваливаться? Никто не помнит. По-моему, как раз уши. Ну, хотя на самом деле все, что угодно, должно отваливаться. Есть запасные глаза. Или лучше одеть очки. А! 333 травмы. А, это, похоже, имеется в виду не очки от зрения, а очки защитные. Вообще 2049. Ну. Хорошо. Сюда мне не надо. Мне надо куда-то, куда-то зачем-то. Мне надо вообще тележку мою вернуть. Потому что без тележки. Какая же жизнь без тележки? Надо куда-то идти. Не, Ваня 443, ни разу в жизни на самолете не летал. Что-то мне даже интересно как-нибудь попробовать, но как-то, с другой стороны, и не очень интересно. В чем я отлично понимаю, что самолет это. Ну, кого я задавил? Или кто в меня стреляет? Шанс разбиться на самолете намного ниже, чем шанс попасть в любую аварию и во что угодно на машине, потому что это случается статистически меньше. Но вот, наверное, самолет это такая штука, где просто ты абсолютно точно не сможешь ничего сделать. То есть ничего от тебя не зависит, поэтому и страшно. Так, я подогнал. Зачем? Осталось понять. Мне еще ворота открыть надо. Вот как ворота открыть, я пока что не очень понял. Не проходит местный. Поздравляю тебя. Но ты особенно не того. Не разговаривай о лишнем. А, так. Чё ж мне делать-то?
Чё ж мне делать-то? Чё-то я сделал половину дела. Может, мне теперь обратно выдернуть этот шланг электрический? Привет, Петр Фоткин. Все знакомые люди почти на месте. Наверное, я что-нибудь не доделал здесь, но вряд ли. Вообще, Half-Life не такая штука, где какие-то проблемы надо решать прямо на протяжении всего уровня. Хотя, с другой стороны, это было к месту, может, здесь как раз так. Но пока что у меня вариант как раз попробовать выдернуть обратно вилку, и, скорее всего, этого нельзя, и тогда у меня вариантов не останется. Вракхия, да пока чё-то нету. И вроде друзья даже меня не должны бы звать отмечать, все-таки 8 марта не мой день. Посмотрим. Я еще очень хотел собраться и купить, наконец, дверь. И поставить ее межкомнатную одну. Но что-то чувствую, я не соберусь к этому, потому что заказывать тогда надо прямо сейчас, а что-то у меня ни настроения, ни желания нет. Хотя нет, желание-то есть, вру. Пока не решил, короче. Моё, привет. И Папер Хамстер тоже привет. Чё-то я не разбираюсь. А может, у нас что-нибудь не отработало, а что должно было отработать? Это знатная присказка, когда я начинаю тупить, я начинаю наезжать на игру. Спасибо. Хай, мэм. Зиме нужно заплатить, чтобы она ушла равно. Да, Папер Хамстер, ты абсолютно прав. Сначала заплатить, а если не поможет, то жить. Продмасленица уже была, и вроде зиму уже сжигали, но... А, здесь же еще лестница есть. Короче, спасибо. Эх, Хаймен, я почувствовал себя прям крутым. Так, тебя я уже того или нет? Тебя мухи едят, а вот живой ты или нет, как-то непонятно. Честно, эта кислота, она меня убила бы, в смысле? Я думал, это пиявка. Что-то я читал, по-моему, в этой игре где-то в одном месте пиявки все-таки должны поместиться, появиться, а может и нет. Ай, землепроходец местный. Вот каждый раз говорят про вторую часть Night of the Rabbit, пятую часть Дипонии, и я сразу пугаюсь, а вдруг оно реально будет. Хотя я порадовался. Нет, Джонни Элычев, я с тобой не здоровался. Но я это... восполняю. Ой, чё там написано, чья там реклама? Привет. Пицца. Слушайте, а реально реклама? А, пицца-ложь. О, это отсылка на портал, которого некоторые из вас хотят. Но в этой игре нет. Это суровая мужская игра. В игре про девочку был тортик, это ложь. В игре про сурового мужика Фримана это пицца, это ложь. Я думал, там пицца тайм написано. Я забыл, кстати, откуда это пицца тайм. По-моему, из какой-то игры про черепашек-ниндзя. Но может и нет. Да я знаю, что на ПКМ можно, но у меня на пистолет патронов совсем мало, я читаю бы... А, кстати, уже немало. Но все равно как-то не хочется пока. Блин, для чего эти патроны? К чему у меня полные патроны? Наверное, для дроби. Может, кстати, перезаряда для дроби. Сколько не играл в эти игры, никогда не запоминал, как какая патрона выглядит правильно. Пойдем наверх по лестнице, там, наверное, тоже что-нибудь полезное. Сейчас сохранюсь в отдельное сохранение и пойдем. Алекс Хелфер. Нет, на лестницу я ходил, значит. Хм. Да подожди ты с модами. Вся жизнь это не... Вернее, Half-Life это не вся жизнь. Я хотел бы к месту, я долго ее тянул, и я ее дождался. Сейчас я заблужусь, чувствую. Чего меня не пускают туда? Лестница опять левая какая-то. Не хочет, да? А на что же мне нажать? Я сначала думал еще вот этот вот. А, может быть еще раз на пульт управления нажать? Звук произошел какой-то.
Сбыться ничего не сбылось. Странно. А звук не мог так совпасть внезапно. Тоже не выключается. Да потому что я ее не вижу. О, точно. Понимаешь, тут такие панели управления, которые вроде как очень похожи просто, ну, просто на оформление и все. Какое ощущение, кстати, что это вообще какой-то кабинет этих. Я забыл, они вортигонты. Они каждый раз обижаются, как только я начинаю трогать что-нибудь в их кабинете. Только нажму на какую-нибудь штуковину, они вернутся. Котмур, Котмур, что за странный вопрос? GTA выходит почти с моего... Ну, не с моего рождения, конечно, с моего детства. Уж если ты ставишь вопрос, проиграл ли я в GTA в общем смысле, то... В общем смысле я в нее, естественно, играл. А так я, по-моему, во все GTA, кстати, играл. Хотя... А я не помню, был вообще такой феномен, как GTA 2? GTA 1? Что-то я точно помню, что я в GTA Лондон играл. А GTA 1 и GTA 2, это, наверное, примерно то же самое, что GTA Лондон, тоже вид сверху. Так что, наверное, я все-таки во все GTA играл. Исключением там каких-то историй, которые дополнения к каким-то GTA. Забыл, истории Vice City это называлось или еще что-то? Не помню. Джонни ЛХФ, ну скажи интересную информацию. Его отменили? Что вполне возможно, или перенесли. Подождите. Кстати, а я не верну его обратно, да? А, не, верну. Вернее, не верну, но я смогу по лестнице туда забраться. Да ведь? Ты не совсем от меня уехал. Инцидор. Да, я тебя помню с прошлого раза, но что-то я иногда начинаю пораньше все-таки, чем. Я помню, на этих лестницах меня будут дико ждать. Все, кому не лень. Что, кстати, здесь мелькнуло? А, это лампочка. Я думал, меня уже целится с лазерным прицелом. Но пока нет. Да, история Liberty City. А города, свободы, равенство, братство. Чё там? Не забывайте смотреть под ноги. Чё здесь вообще люди могут обычно и забыть? Хотя, наверное, здесь пункт выхода из лифта есть, да. Только зачем, непонятно, потому что идти абсолютно некуда. Это Сан Андреас? Ну, наверное, да, там было очень много пространства такого, непонятно зачем, но столько... Гор, полей и рек. Прям хорошо. Я забыл, там уже сказали интересную информацию про... Нет, еще не сказали про выход Far Cry. То я жду. Вдруг его перенесли на пару лет. Э, чё, чё вы делаете-то? Сволочи. О, блин, а! Летим? Прилетели. Есть GTA 1, GTA 2, GTA Лондон, 1900... Не помню, кстати, 1900 какой. GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA 4, GTA Episode From Liberty City, GTA Vice City Stories, GTA... Дайте слезть. GTA 5. Не понял вопрос про сам будешь когда-то. Так. А, видимо, мне все-таки надо было подниматься на лифте, да? Если бы я, не... Если б я поднимался на лифте, такой фигни бы не произошло, наверное, да? Ладно, сейчас проверим. Алекс, да? Как-то непонятно я отношусь к истории России. Причем имя Изяслав, оно, конечно, прекрасно чем-то. Я даже не знаю, откуда это может пойти. Если не оттуда, откуда все могут подумать, но это вряд ли оттуда. Потому что Изя — это сокращение же от еврейского имени Израиль просто. А вряд ли у нас в Древней Руси Израиль того это. Эй, я тебя не задевала, чё ты? Я ничего против Израиля не имею. Как-то странно.
Ты меня еще попади. Да, надо было подниматься на лифте. Короче, ты где? Ты вон. Нет, ты не вон. Так. А где еще? Ай-яй-яй-яй-яй! Да что ж такое-то? Я еще опять не сохранился. Джонни Алычев. Но эта информация о выходе, о дате выхода есть в описании игры в Стиме, где она покупается. И я ее говорил каждый раз, когда я о ней вспоминал. Я как-то и не знаю. Меня смущает то, что Far Cry... Давайте попробуем подняться на лифте, все-таки посмотрим, что тут будет. Меня смущает, что Far Cry выходит как раз, когда фильм, поэтому... Бегущий. Да почему мне его все время бегущий в лабиринте-то хочет? Ага, не, на лифте наоборот, не надо было подниматься, здорово. Ну, короче, фильм Спилберга этот, да. Кстати, мне надо ее остановить, наверное, сначала, а то она уедет от меня нахрен. Ладно, это было интересно. Привет, Хэппи Мандарин. Ха. Интересно, а почему... она меня даже того. Видимо, я очень тормозил, поэтому даже не обратил внимания. Хорошо продумали, интересно. Ладно, будем аккуратны. Может, мне ее, кстати, обогнать надо? Подниматься очень-очень быстро. Но не, они здесь так стоят, так что нечего. Тут... А не, вон она. Меня никто не видел, а она увидела. Эй, да что за хрень? Инсидор, я экспериментирую, я пытаюсь понять. Вообще, здесь же граната есть, чё я мучаюсь? Сейчас мы им кинем пару гранат. Этим гранатам он будет не рад. У меня проблема, что я с лестницы падаю. Но мало ли, что в Фримена попала пара пуль из пулеметной турели. Чё ж сразу лестницу-то отпускать? По-моему, им плевать на мои гранаты. Да гранаты-то да, я уже понял. Как раз это и сказал. Ладно, будем так. А где они? Или это как раз замена того места? Я помню, в оригинальной халфе был какой-то бункер, который надо было. Ой-ё! Ты где? Граната, падай быстрее меня. Я понимаю, это против законов физики, но ладно. Да! Это что за хрень? Ну, кстати, не, не против. Фриман, он не очень обтекаемый. Загрузить. Граната как-то более обтекаемая. Хм. Я, кстати, все забываю. Вернее, не забываю, а интересно, а почему граната такая ребристая форма? Это как-то действительно связано с тем, чтобы ее, кидать удобно, или чтобы ее в руке держать удобно, или все-таки там в каждом квадратике это шрапнель отдельно, и оно должно вылетать и разлетаться. Понятно. Так, да? Все, теперь точно повезет. Джонни Алычев, да, все нормально, не переживай, ты у нас такой. Не знаю, какой. Все, я всех убил. Один остался. Чё трейлер не смотри? Ну хотя да, трейлер не смотри, это конечно. Я так понимаю, это вы про что? Это вы... Я не понял, про что вы, но скорее всего про первому игроку приготовиться. Вряд ли про черновик. Ну, конечно, в трейлере довольно много рассказывается, но не сказал бы. У меня, наоборот, дикое ожидание от того, что я трейлер увидел. Их там уж три вышло. Недавно, кстати, финальный вышел. Ну, правда, в финальном трейлере тоже очень много кадров старых, так скажем. Старых трейлеров, но... Не знаю.
Но должен сказать, что наверняка, по крайней мере, у меня впечатления будут намного лучше именно от того, что я прочитал, потому что... А, про черновик даже? Нифига себе. Ну, Лукьяненко-то он и не такое скажет, чтоб фильм хорошо окупился. Это он потом уже всю чистую правду скажет. Ровно так же, как Спилберг. Блин, не Спилберг, а Кэмерон. Про «Терминатора 5» он сначала говорил, что фильм ого-го, я ага-га, а потом говорил, что как бы, конечно, ничего, но могло быть и лучше, насколько я помню. Ну, посмотрим. Чем меня там ждет, а? Это не здесь мне гранатой в лоб должно прилететь, ракетой в смысле? Не хочу. Так, а вагонетка заденет эту растяжку или нет? Вроде как пройти я могу так. Нет, не могу. И хрен с тобой. Довольно хорошо, кстати, от попаданий в меня. Прицел сразу убирается. Сразу же вспоминаешь про мониторы с разными фишками, где можно прицел просто на мониторе выставить, и никакая отдача ничего влиять не будет. А чё там грустно стало? Меня черновик волнует. Ладно, очень быстро чат идет, поэтому... Ну а то, что Кирилл дизайнер, ну не знаю. Видимо, не нашли просто никого из спонсоров, в ком Кирилл мог бы работать. Как-то не системным администратором, я уже забыл. Блин, он же работал этим, по-моему. Продавцом всяких компьютерных деталек. Просто так придумывать магазин какой-то тоже неинтересно. Можно было бы денег срубить, если бы он работал в комнате Кея, там, скажем. Или Дионесе. Но, наверное, все отказались. Ведь в этом, как и в «Лабиринте отражений», Лёня был, ну, по сути, дизайнером. Он, конечно, художником был. Но, по-моему, художник и дизайнер в компьютерном мире — это примерно одно и то же. А может и нет. Black Mesa, в отличие от оригинала, сделали так, чтобы тележка автоматически останавливалась, когда ты не в ней, если ты ее запустил ехать. То есть она без меня не уедет. А вот это что-то упущение. Да. Не, ну ладно, конечно, а вдруг я хочу... Вдруг я там... Мне привидится, приглючится толпа каких-то непонятных людей, я захочу их сбить. А так не получится. Так, кто у нас здесь есть? Это понятно, это взрывать сразу. По-моему, там еще должно прятаться. Да, зря я их спугнул. Чё ты кривой такой, Гордон? С первым же хорошо вышло. Блин. Наконец-то. Что с тобой такое? Ладно, сохраняемся, будем пытаться. Говорил про мод на халфу, где можно заход крабика играть. Так вот он дико маленький, просто дичайше. Прям маленький хэдкрабик, прям вообще. Я его за полтора часа осилил. Дэдскагент, а это вот ты название этого мода отправлял на почту? Или это... Нет. Если так, надо будет посмотреть как-нибудь. Что-то я из дроби начал попадать, даже удивительно. Семь повторов чего? Я что-то теряюсь в чате, у нас сегодня внезапно почему-то под 50 человек собралось, хотя последний раз на... Ну хотя да, там было тоже. Не, последний раз на Half-Life, кстати, даже до 40 не дотянули, а стабильно было 30. Видимо, часто вы пишете, я не успеваю обращать внимания. Ну уж простите. Так, выходит. Немного плохо, что в разговоре, в общем, теряюсь. Хм. Вот интересно. Смотрите. Беру автомат, у Гордона и руки измазаны кислотой, и автомат. Беру другое оружие, у Гордона внезапно появляются другие руки. Тут как бы должна быть теория о том, что у Гордона нету рук, у него руки приложены к оружию.
На каждую вещь свои собственные. Привет, знакомый незнакомец. Спасибо. Сдохни, Фриман. Чё так грубо? Чё так грубо? Мы с вами не знакомы, а сразу... Ой-ой-ой. Так, а вы же не меня, да? Да, вы не меня. А если вы не меня, то и хорошо. А надо успеть гранату кинуть, а не успел, ну и фиг с ним. Так, еще одну гранату надо успеть кинуть. Блин, вот игра реально вынуждает использовать гранаты. С одной стороны, это прикольно, с другой, как-то раздражает. Но с гранатами реально удобнее. Ай, в мясо! В мясо тебя. Что-то у меня здоровья мало, надо бы лечиться. Да, Таня, выздоравливайте. Я вот стараюсь не заболеть, а вы выздоравливаете. Portal 1 я играл, но давно. Ничего не помню, кроме того, что в нем очень зелени мне не хватало. Portal 2 это полностью исправил. О, какое-то новое оружие? О, кому? Кажется, солдаты собираются устроить тебе вечеринку. Лучше оставь все дела на потом. Хорошо, выдвигаемся. Довольно интересно, а чё, реально основная озвучка персонажей взята из какого-то официальной озвучки, а вот дополнительные озвучки уже потом наговорены? То, что у него реально есть одна фраза, как бы его классическая, остальное все он говорит уже абсолютно по-другому. Так, ничего здесь взять нельзя, ну и хрен бы с ним. Интеодор, ну, прости, вот это я прочитал, а до этого, видимо, не везло мне тебя прочитать. Так, а я тебя взял, да, мужик? Ой, как тебе сейчас больно будет. Я ж у нас не командный игрок. Никаким местом. Так, там кто-то есть. И они, блин, сейчас сюда все побегут. Ай-яй-яй-яй-яй. Не забывай перезаряжаться. Да ладно ты, не говори под руку, а. Это неофициальная озвучка. А, да, ты говорил, неофициальная озвучка от студента. Как сложно целиться с таким прицелом, вы бы знали. Вроде должно быть просто, а вроде он закрывает все. Из-за оружия полэкрана не видно. Паду в тебя. О, попал. Здорово. Так, ну а дальше, наконец, надо сводить кислоту. Честно, есть в мире Гордона Фримена какое-нибудь средство? Удалятель кислоты. От тети Аси. Ую, а чё так резко? Крышка, привет. Да, с 30 хеллами, конечно. Вы кто? Ребята, вы кто? Так, это надо на заставку, это понятно. Так. Прекрасный глюк. И они возвращаются, блин, они наносят ответный удар. А это задумано так или нет? Ой-о, они отвлекают меня. Про марсианина Джона Картера ни кино не смотрел. Ни книжек не читал. Ой-ой-ой-ой. Не горжусь этим. Но мне и не стыдно. От бедра это как? А, это зажать мышку. Да черт возьми, кажется, я научился. Но, блин, если зажать мышку, а потом отпустить, он переводит в этот режим. Где это снимается? Клавиатура, настройки Black Mesa. Зум при прицеливании, наверное, это все-таки. Ага. Нет. Хм. Уверен, что мы на верном пути. Теперь он прицеливается так, но не так жестко. Ладно, попробуем осилить так. Там посмотрим. Извини, приятель. Хорошо, ДЦК-агент, я посмотрю опять потом. Пока не смотрел, а только помнишь, ты его отправлял. Ай-яй-яй-яй-яй, опять перезарядка. Мужик, вообще, ты мне зачем выдан? Как там? Было-то в этом. Осторожно, модерн. Мы, менты, для того людям, господа, мы дадены людей защищать. Это не так эта фраза звучала, но она была прекрасна.
Так, здесь я вроде всех забил, мне очень не хватает здоровья. Мне в реальной-то жизни здоровья не очень хватает. Чё, попробуем пожить с 6 хп? Может быть, я здесь найду что пожрать? Ой, я включил микроволновку. Не, не включил, это сброс просто. От бедра это без пробела? Так я на пробел прыгаю. Какие хреновины? Поешь капусты? В спринтях от крабы умудрились напасть. Ой! Меня впервые убил хэдкраб. Класс. Ладно, давай дряней. Дряней сразу поищем. Чё они не появляются, а? Чё ты делал здесь, что на тебя от крабы полез, мужик? Ага. Ну хоть в какой-нибудь коробочке что-нибудь полезное это должно. О, вон, я вижу аптечку. Меня не пускают к аптечке, ну ладно, я до нее добьюсь. Я понял, она светит мне. Светит. Светит, блин. Мужик, не стой за спиной. Ладно, дайте их застрелим. Я обычно привык монтировкой, но как-то пистолетом же эффективнее. Мне показалось, он его допнуть хотел. Или он, кстати, может и хотел, здесь же говорили, что... А, нет, наоборот, говорили, что здесь отучили их. Вот здесь мы можем ачивку, по-моему, получить. Что, хуже быть не может. Или может. Джонни Элочев, какую книжку? Которую читал, которая это, по которой фильм будет? Да, дочитал, я же уже говорил сегодня. Да, прикрою тебя. Очень интересная книжка. Чё я не могу взять? Мужик, отойди. Ты кому-нибудь сказал встретить нас здесь? Почему он не пьет дальше? Из другого автомата тоже не... А, не, пьет. Ладно, сейчас. Раз. Два. Три. Четыре. Вы готовы? Ну, про патроны, да, ДЦК-агент. Что-то я начинаю замечать, что мне как-то реально немножко не хватает. Эй, я выпил весь кофе. А не, еще не весь. Мне ж немножко до ачивки не хватает. Он там вообще кончается. Как думаешь, сколько наших погибло? 4. Ну, ачивка. Только я не вижу, как ее зовут, потому что у меня она за пределами экрана из-за того, что я играю в окне. Ладно, все, ачивку получили. Извлечение кофеина. Класс. Точно, здоровье же еще. Но я, по-моему, по одному хп восстанавливаю, да? Папер Хамстер, снова спасибо. Тут была шутка, но она куда-то укатилась. Отдышались? Как это, как эти банки укатилась. Кстати, я же теперь могу, по-моему, сломать автомат, и из него много-много банок вернется. Да, похоже, если стучать, то все банки. Ну вот, с пользой ачивку получили, еще и здоровье восстановили. Да, у Фримена очень мощный мочевой пузырь, прям мужицкий такой. Интересно, сквозь них свет проходит. А так не проходит. Непонятно. Не, ну понятно, что это глюк, но непонятно, почему так. Физик с ними отрабатывает. Так, снова эти, снова вортигонты. Ую! Ловите. А чё все так мощно началось? А, и вот то, что мы видели на заставке. Начало ракеты. Правда, мне кажется, я подствольник зря израсходовал. Ну, фиг бы с ним. Оно нам еще доберется, в смысле. Я его еще наберу. А здесь надо было быстро их всех забивать. Ты кто? Уё. Уё, мужик, извини, я не специально. Да, ну ладно, здесь мы помрем. Может, эти и нет. Что вы, ребята, какие тупые стали. Реально, я не помер. Но мужика застрелил. О! Да, надо было. Не,
Грузимся, сейчас я пойму, где за пулемет вставать. Все, понял. Здесь за пулемет вставать. Джонни Алычев. Честно, не хочу. Не хочу Оксимирона. Я старенький для Оксимирона. Опустите меня за пулемет. Вот для пулемета я не старенький. Только мужик, ты спасайся сам, а. Про биполярочку, это биполярное расстройство, есть такое, болезнь у людей, типа, когда они... Кстати, довольно странно описать, про что оно на самом деле. Ну, когда то так, то сяк, то эйфория, то полное бездействие, нежелание ни хрена делать. Ну, я так понимаю, у Васи Пупкина к одному человеку такие ощущения от него. Так. Ударить охранника монтировкой по лбу, только сохраниться. А может, сохранились? Охранник. Дай-ка я отойду. Это тебе адресак агента. Эй, что я тебе сделал? Кстати, он меня не начинает стрелять. Самое. Он, кстати, потянулся, похоже, судя по форме руки, то ли за оружием реально, то ли за рацией на меня пожаловаться. А, Ка лежит уже. Кровушка из него не идет, он такой резин... Ой-ой-ой-ой. Блин, мне почему-то это финальные кадры ночного дозора фильма напоминает, где Антон Городецкий с Завулона по щам лупит. Реально так же в разные стороны голова отлетает. Извините, это во мне, видимо, вся усталость от сегодняшнего дня выходит. И на тебе еще с ракетницы. Кстати, по-моему, от ракетницы он в кровище превратился. Про щи, кстати, я что-то сегодня совершенно случайно вспомнил песню из моей юности, группу ИЛВТ. Как Ипполит разбил щи Лукашину. Наверное, отсюда у меня эта фраза «щи». На самом деле, кстати, такая. Снял еще одного. Своеобразная песня. Есть у них и получше. Все, я готов, идите ко мне. Ребята, дайте мне что-нибудь. Мясо. Мясо это хорошо. Лазерные мины, если у тебя они есть, возле ящика, рядом с которым подъем к пулемету. Вот я не настолько этот самый. Не настолько тактик, к сожалению. Инсидор, Дмитрий, я, конечно, понимаю многое, но это максимально странно. Не понял про что-то опять, к сожалению. Вы думаете о том же, о чем и я? Ну вот я думаю, ДЦК-агент. Но здесь есть, например, те, кто за нами охотились. Почему бы он не позвонил им и сказал, что... Я думал, Фримен хороший, а он надавал мне монтировкой по лбу. Я расстроился. Кот Муркот, а это ты тот нехороший человек, который меня тогда просил это сказать? Может, мы тебя зря разбанили? Та-та-ра-та-та-тан-тан. Куда идти-то там? Сюда. И это хорошо, потому что здесь никого нет. Мне сейчас явно никого не надо. Я вообще хочу побыть интровертом. Никого не находить. Стульчик вот возьму и буду сидеть. О, кстати. Ребят. Короче, есть два стула. Охранник, слышь? Есть два стула. На кой будешь? Того. Ладно, это какая-то шутка совсем не из моего разряда. Но два стула реально же есть. Не стоит стоять на месте. Джонни Алычев, ну, прости. Так получилось. Простите. Я, между прочим, книгу дочитал, но сразу же сел перечитывать, так что... Я абсолютно понимаю, когда люди хотят своим поделиться, но у меня предвзятое ощущение про русский рэп, я просто его не хочу. Ни в каком виде. Обижайтесь на меня, не обижайтесь, просто не хочу. Здесь-то я все познал и все сделал. Кстати, можно сюда же еще. Может, здесь кто-нибудь водится?
А может и водится. Я сюда обычно... Не, сюда вроде и обычные путями... А, не, вон водится. Водится зарядка для костюма и, по-моему, подствольник еще. Подствольников у меня максимальное количество. Обидно. Кстати, ты у нас спортивный, ты сюда залезешь, нет? Или я тебе на бушку сейчас свалюсь? Ладно, не будем экспериментировать. Семь безвестный. Я в тебя, конечно, поверил, но в метро я последний раз очень давно ездил. Хотя, может быть, конечно, у тебя так сложилось. Но обычно я реально... В верхнем общественном транспорте. Откуда он вообще взялся, а? Не было ж его. Вот нету больше стульев. Видно, поэтому и шутка не прошла. А, во, вот сюда вот можно, все. Сейчас, кстати, они довольно часто дают хорошо заправляться пластилинчиком зеленым. Ага, а это я уже выжрал, да? Нет, сюда мне не надо. Ладно. Сейчас мы во всем разберемся. У нас есть ведро. Давайте заменим сопло ракеты на ведро. Я думаю, это пойдет ей на пользу. Как же плохо, что в первой халфе нету и... А, о! Нашел, наконец. Как же плохо, что в первой халфе нету этой грави-пушки. Так не хватает вещи кидать с размахом. Я люблю все делать с размахом и вещи кидать с размахом. Не хочу в Dishonor. Правда, я не знаю, что такое Dishonor, но и не хочу одновременно. Так. О, кстати, два стула. Красный и синий. А, это ж не те два стула, короче. Я, кстати, охранника потерял где-то, или он умер уже. Это ж не те два стула, это ж это матрица. Я должен съесть один стул, то ли синий, то ли красный. Если я съем красный стул, я проснусь и обо всем забуду. Если я съем синий стул, я очнусь в матрице. Но и там мне будет очень больно ходить в туалет. Ладно. Сохраняемся и едем. Надо было не здесь сохраняться, но черт уж с ним. Охранника, похоже, я реально где-то потерял. Или я его отпустил. Но ему же лучше. Где моя тележка, кстати? Где моя тележка, кстати? Или мне тележка не... А, мне тележка пока не нужна, ладно. О, какой-то этот. Урановый лифт, урановый стержень. Я, кстати, подходил, думал, обожгу сейчас об этом. Какой-то радиатор, похоже, на отвод тепла. Привет, Иван Иванов. До лямбды? Так, не знаю. Я не помню ничего опять об этой игре. О, главный дизайнер с Half-Life 2, Виктор Антонов. Прикольно. Ну, что-то я когда-то об этой игре слышал, но я вообще ее не помню. Кстати, вы там на предпредыдущем стриме, по-моему, Отвлекся, блин. На предпредыдущем стриме по Half-Life говорили о том, что выходит, типа, новая игра-мод. Про Гордона Фримена, я забыл, как она называется, но что-то там про Гордона Фримена. Во-первых, она задержалась на 100 лет, во-вторых, я посмотрел на ее отзывы, и хорошо, что мы выбрали Белкмессу. Ах, хорошо. Главное, кстати, на самом деле даже обидно потом в такой ситуации. Может быть, они и допилят игру, они сделают ее неплохой, а вот такие отзывы все равно уже полностью ее загубят. Я до сих пор не знаю, No Man's Sky-то она хороша теперь или не очень. Какие чуваки? Вы о чем вообще? Где вы? А, по лестнице можно. Все понятно. Сколько мы играем? Мы играем 50 минут, а мне что-то уже хочется паузу. Ну ладно, не положено паузу.
Контрольная панель на платформе запуска будет заблокирована, пока все рабочие платформы не опущены. Перед запуском ракеты на всех уровнях должны быть опущены платформы. Ага. О-о-о! А я б мог этого не сделать, реально бы потом мучился. Хм, интересно. Единственный неповторимый донатер. Да. Сегодня ты у нас что-то единственный, но реально неповторимый. Спасибо. Ой-о. Кто меня? Нетск агент, я все увидел про кота. Давай мы не будем его тогда внимание обращать. Он разозлится, потом я выложу у себя запись стрима, где на меня разозлился он. Я подумал, кстати, что я сейчас убираю эту платформу, и как-то я свалиться же должен на ней. Что-то меня постреляли опять. Фиговенько. Чё-то как-то мне некуда больше, по-моему, нет? Или мне можно по этим? По шлангам! Нет, по шлангам. По шлангам нельзя. Запахло весной. Я другую чё-то песню, когда стрим начинал, как раз пытался, вернее, вспомнилась она мне. В ней какие-то строчки там, чё-то типа... Весна, весна идет, весне дорогу. Не помню, откуда она вообще. Ну, спел ее, конечно, отвратительно, потому что там экспрессии надо больше. Но вот это весна, весна идет, весне дорогу. Не помню, из кого. Хм. О, провалился через текстуры. Удачненько. А куда мне того-то? А, вот еще одна лестница, все теперь понятно, куда мне того. Татьян, подожди минут пять, мы сейчас все вместе пойдем чай заваривать, один на всех. Большой такой. Чё-то как-то я пока... Взад. Вперед-то это просто. Они там что, за дверью ругаются, что ли? Честно, зачем на этой двери три кнопки? Или это не кнопки? А, наверное, слушайте. Две кнопки антивандальные, чтобы их хулиганы жгли. Они, кстати, и жгли. А третья кнопка секретная. Ее хулиганы не жгут. На нее какое-нибудь заклинание наложено, высокотехнологичное. Вандалы видят две кнопки, им хватает. Если бы их не было, тогда бы да. Тогда бы жгли. Кем? Так, контакт есть. Контакт со мной мне что-то не очень понравилось. Мало у меня здоровья. Как бы мне тут слезть поскорее? Чей ты запах чувствуешь? Ну да, Фриман не ел с начала игры, не мылся тоже. В отличие от меня хотя бы, и то хорошо. Ну что сразу запах-то? Или наоборот, это как в фильме «Запах женщины». Как бы он обрадовался тому, что он меня того. Вспоминаются опять же разговоры про зад. Не будем на эту тему. Почему здесь такие пружинные, непонятно что? Наверное, надо нажать на кнопку, будет результат. Давайте нажмем на кнопку и пойдем все дружно делать чай. Хм. На эту штуку совсем переделана. Помните, мы на эту ракету с верхней точки смотрели? И мне, похоже, отсюда убегать надо срочно, нет? Чтоб меня дюзами не спалило. Хотя, наверное, все-таки нет. Или мне прям в ракету надо? Стойте, ребята, я ни хрена не понял. Ребята! Вы там чё? Вы там как? Не, ну панель управления, от которой нельзя избавиться, точно здесь не должна быть.
Короче, этот пульт управления больше ракетой не воздействует. Чё, мне обратно спускаться? Эх, да, криминальная Россия, не играл, но я видел скриншоты. Я, кстати, хотел скачать, но что-то мне все влом было. Только не говорите мне, что мне эти шестеренки надо куда-то вставлять. Как в начале Сибири прямо. Какой-нибудь столик, здесь сейчас мальчик с ограниченными способностями умственными обнаружится. Который умеет отлично веслом что-то крутить. Видимо, мне реально нужно взад. О, кстати, моя тележка. Тележка, а ты откуда здесь, а? Короче, пошли все делать чай. В туалет. Что-нибудь покушать. Сделаем паузу на 5-10-15 минут. И посидим, наверное, еще часик. Я думаю, сил как-то должно бы хватить. Что-то я думал, пока что хужевато будет. Но вроде держусь. Паузка. Чё, прям спуститься и зайти в красную дверь? Чё, у меня тележка... Тележка нет? Я думал, тележка да. Или тележка да? Женя Лычев, про два стула читай сам. Это просто какой-то этот самый... Как он называется? Устойчивое выражение. Я бы, конечно, не стал этого говорить. А, уже вошел, да? Это хорошо. То я что-то как-то не заметил, а уже вошел. Что-то я там двери не очень помню. Ну ладно. Red 33 AFK, приятного аппетита. Ну хотя да, ты пиво не кушать пошел, а глотать все-таки. Ну и кушать пиво хорошо. Ну да, Алекс Хелфер, я что-то расстроился. Я помню это ракетой в лоб прямо. Прям было такое впечатление. Но это уже... А, ну это опять кусок порезанный. Кусок порезанный из метро, но... Ради этого все-таки все равно бы не стал ставить. Это дополнение возвращающее. Алекс Хелфер, я понимаю. Это даже хорошо. Но там, кстати, не различишь, куда оно прилетело. Возможно, и в рот. Вот что Паппер Хамстер, что...
Как же тебя звали-то, господи, ты не очень часто пишешь. Что вы мне, Red33AFK, навеваете? Я сегодня, может, стримить наоборот начал, чтобы в алкоголизм не удариться от того, что весна наступила с -25, а вы меня того. Ну ладно. Короче, чайник вскипел, сейчас приду я. Да не, Алекс Хелфер, это ж ник мой. Правда, от него бы надо как-то все-таки отказываться. Надо какое-то другое название каналу придумать, а то, мне кажется, мое название канала реально отпугивает людей. Это как это я не пью? Как вы могли меня так обидеть? Я на стримах не пью. На стримах я пью чай? Блин, я пошел делать чай. Что-то вы интересно разговариваете. Сейчас. Так, я снова здесь, мы сейчас продолжим. Кстати, там что-то, да, пока перерыв был, мы про мой ник опять поговорили. Меня сегодня, кстати, слегка переклинило, просто я стал искать опять свой ник. Что-то мне захотелось проверить, есть ли он в каких-нибудь местах типа Википедии. Естественно, нет, Википедию таких, как я, не пускают. Да и не надо, потому что что вы мне там расскажете? Я не к этому, я к тому, что вот все время спрашивают, почему. Я никогда ответить почему не могу, а Яндекс, кстати, первой ссылкой на запрос... Кстати, нет. Первая ссылка на запрос «Курящий из окна» вообще он мой канал должен выдавать. Но почему-то я сегодня искал с телефона. Может, кстати, от того, что с телефона я сам себя не смотрю, поэтому и выдала. Там была какая-то цитата из художественного сериала «Бригада». Сцена про то, как там эти... Саша Белый с компанией отдыхали на даче. И вот там как раз было про то, что Саша что-то там... Саша, курящий из окна, наблюдает за Катей.
Я подумал, что реально, может быть, этим отбрыкивается, что мне близок лирический герой Саши Белого из кинофильма «Бригада». Но не, конечно, это не от этого, но на самом деле неплохой персонаж. Сомнительный, конечно, но какие времена были такие персонажи. Были и намного хуже. Я опять не хочу на лифт. Кстати, вот на лифт довольно сложно садиться теперь. Вернее, не садиться, сложно с него слезать. Так-то оно бы доехало и доехало, а так оно надо останавливать. Да-да-да, дам домирание. Ой. Жалко, что этот комп я профукал куда-то. Даже помню куда, но не буду рассказывать, наверное. Кстати, не, профукал-то я не его. Вот куда исчез мой первый комп, я реально не помню. Я помню, как я Pentium 4, по-моему, профукал. Но это отдельная история. Ну, он тогда тоже уже был сильно устаревший. Не помню. Наверное, отдали кому-нибудь. Да что такое-то? Ладно. Чем интересно, от падения теряются реальные хиты. Костюм не теряется. Я надеюсь, я сохранялся примерно здесь же, да? Я сохранялся примерно здесь же. Хм. Я думал, она сейчас моментально затормозит. Не, повезло. Хм, Алекс Хелфер, прикольно. Очень здорово. Так. Сектор Е. Мат Тренс. Как я так падаю-то, а? Как научиться цепляться за лестницу правильно? Сейчас жесть по... Да, сейчас будет, кстати, жесть. Я помню, тут будет очень много этих-то. Так, сохраняемся здесь. Даже так сохраняемся. Теперь я точно не упаду. Сюда мне не надо. Сюда мне. Могу обратно на вагонетку сесть? Не, не хочу. Да как так-то? Почему он не хватается? Я же жму наверх. Привет, Килька. Да дела нормально. Вот что-то мне сегодня было грустновато немного. Чем я мог здесь вообще не лазить? Поэтому решил устроить стрим себе и всем. Вроде как даже выходит. Завтра вообще пятница. Будет хорошее настроение у всех. О, чувак в наушниках. Носи защитные наушники. Кстати, слово «носи», наверное, давно написанным не видел. Мне почему-то кажется, что «носи» — это уменьшительно ласкательное от слова «носки». Я подумал, при чем здесь носки? Но не. Короче, вагонетка наш все, не надо ей рисковать. Конечно, и пофиг абсолютно на все. Но я хочу пройти сначала сам, потом привезти вагонетку. Здесь, по-моему, будут большие залежи вартигонтов. Или они здесь уже были? А, сейчас кидаться гранатами надо. Все, я вспомнил. Подожди, я сейчас быстро вспомню. Это ли это место или нет. Нет, кстати, здесь гранатами кидаться не надо. Здесь пока еще ничего. Я помню этот бункер, в который хрен попадешь. Есть Борис, хрен попадешь, а есть бункер, хрен попадешь. Сейчас, кстати, неплохо прошел, на самом деле. Но не, лучше помру, начну заново. Привет, Никита Жоголь, да, ты в перерыве пришел. А где я? Пойдем аккуратно. Будем использовать стелс, который мне не близок. Хм. Блин, у меня всего 3 патрона в револьвере, это плоховато. А чё бы не использовать такого? Когда Гордон приседает, его хуже видят или нет? Соперники. Ой, я думал, это лестница. Не, не лестница, ну черт с ним. Но видите, они меня начинают прям сразу, надо сказать. Бочку, что ли, стрелять? Хм, даже попал в бочку. Мясо опять. Ой, ты с ракетницей. И прям с ракетницей. Я для... Для дроби прямо очень много патронов. Я причем еще... Ой-о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 й
Радио. Радио убили. Кстати, почему я не стал пользоваться этим самым, а? Еще я не могу им сейчас... А, не могу. Ну, кстати, пользоваться им бесполезно. Он не стреляет, куда мне надо. Ладно, выжили, и то хорошо. Выжили, и то хлеб. Чувствую, придется переигрывать, но посмотрим. Ничего здесь полезного не осталось. Здесь должны быть какие-нибудь нычки, заначки. Что-нибудь-то здесь найти должно быть можно. Вот здесь вот, например. Кстати, вполне... Да, аптечка. И гранаты. Значит, в эту дверь точно не пустят, раз там аптечка и гранаты. Абсолютно верно. Фриман в присаде входит в стелс-режим. Костюм его включает. Ну, отчет я этого не заметил пока что. Как-то они больно бодро меня заметили, черт знает откуда, для стелс-режима. Почему еще нельзя было заменить... Кстати! А можно было... Можно было, наверное, на вагонетку повесить эту... взрывашку с лазером. Она приехала, они бы ее задели... И сами бы взорвались. Блин, вагонетка ж не едет сама без меня. Вот это явно совсем упущение. Я бы тогда так сделал. Ну, пойдем. Теперь здоровье есть? Наверное, хватит. Вот здесь, по-моему, прям залежи их будут. Это железо. Вот эти вот я имел в виду, которые я как раз подобрал. Кстати, то, что они здесь лежат, наверное, намекает на то, что мне надо было... Именно с помощью них проходить это место. Но оно и так прошлось. О, оранж бокс. Оранжевая дверь. Ребята, хотите гранату? Да не так. Чё так криво? Кстати, их, по-моему, послушать можно. Спокойной ночи, котик. Вам в долларах или в евро заплатить? О, прям красивое мясо. Я прям хочу вот так. Ну и все. А может быть, можно было красиво уйти по стелсу как раз. Есть такая музыка, мне казалось, что по мне стреляют из-за этих металлических звуков. Так, 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 а не попадете, а не попадете. А не попадете. Не, здесь, похоже, как раз по стелсу надо. Там где-то в глубине, по-моему, есть пулемет. Но его бы еще надо найти. Да, я помню, я здесь мучился. В оригинальной игре. А здесь, по-моему, станет еще посложнее. Так, лови. Вроде как поймал. Ну, кстати, да, у меня подствольники есть. На совсем крайний случай. Блин. Польза от себя, как от морковки в конце. Лови. Ничего не жалко. Извините, чат читать сейчас не могу пока что. Так, на это я убил сам себя. О, луна. Красивая луна какая. Сейчас, кстати, твоя ракета полетит. Не, по-моему, ракета-то у них не на луну летела. Ракета у них... Летело какой-то спутник, по-моему, запускать связи. Да, кстати, музыка неплохая, но похуже, мне кажется, чем на том боссе. Чё у меня из оружия-то вообще есть? У меня, кстати, ничего и нету. Вообще ничего нет. Чё-то я неподготовленный пришел. Улицу сделали сложнее, также убрали снайпера, который раньше тут сидел в оригинале. Ну, вариант один, бегать пытаться. Плохо, что из подствольника нельзя стрелять, пока перезаряжается основное оружие. Короче, видимо, тактика какая-то нужна здесь. Это плохо.
Причем я не совсем понимаю систему укрытий. Вернее, система укрытий, хрен с ним. Плохо, что револьвера не осталось. Система укрытий-то я понимаю. Я их не вижу. Без прицеливания. Совсем охренел. Можно, конечно, их дождаться прямо здесь, прямо. Кстати, с них что? С них выпадает это? Аптечка? Ой, перезаряжайся! Человек добрый, блин! Да, можно их прямо ждать прямо здесь. В усяде. В усяде, в засяде. Может даже сохраниться на всякий случай. Может пройду. Ой, бросаю гранату, это мне не нравится. Кстати, бросил. Я от нее оглох, но не очень повредился. Ну что, знаете, последний остался. Как издали-то он стреляет. Лишь одного выстрела хватит. Но вроде там кровище иногда вылетает. Ну, кровище. Ну, кровище. Молодец. Ой, его. Нехорошо. Ням. Наверное, так не надо делать, как я сделал. Так, а если теперь на раш пойти? На раш что-то они не хотят. Так, ну в окопы по тактике вообще военной нужно гранату кидать. Так она бы долетела, куда надо. Black Mesa добавили новый вид солдат, медиков, которые хиляют своих сослуживцев. А также после их смерти они дропают аптечку. А также у них самая малая ХП, чем у остальных солдат. Здорово. Я бы никогда об этом не узнал, если бы ты об этом не говорил. Чё ж ты так прицел-то поднимаешь? Опять 6 хп. Не, надо грузиться более оттуда. Что у меня ничего здесь не получится. Никит жёг. Не знаю, поздравить тебя с этим или посочувствовать. Поздоравливай. Не, надо грузиться с самого начала. Чё-то мне кажется, я потратил слишком много жизней. Как же мне с вами поступать-то? Патронов очень-очень-очень мало. Попробуем издали посмотреть. Но здесь мы застрянем надолго, я чувствую. Хм. ХП у меня, кстати, по-моему, столько же, сколько и было. Так что, наверное, не, наверное, с того сохранения выгоднее грузить. Но не столько же, но все равно не сотни абсолютно точно. Может быть, изучить все нычки на карте здесь? Не вариант. От меня откуда сейчас грузанет? Из двери? Да, из двери. Не хочу из двери. Мы здесь хотя бы уже завалили половину. Отсюда проще будет. Ну, должно быть проще. Здесь у меня из тактики осталось только кинуть им гранаты сюда. Гранаты не долетают, да? Гранаты раньше взрываются. Кстати, не, вон кто-то помер. Вылетел прям. По-моему, я тогда вообще только одного человека не дострелил. Целиться вообще нереально. Может, им разрешение игры поставить 800 на 600? Или 640 на 480? Тогда бы я все видел. Так. Сейчас остается один чувак, кажется. Главное его не пропустить. Да, вон один. Не один, их несколько вроде. А он спрятался. Так. О.
так и не понял, что это я взорвал, но что-то взорвал. Ну, бочку, наверное. О, солдату. Блин, солдату больно, это не солдат умирает. О, а теперь солдату уже не больно. Должен быть такой субтитр. Ну, собственно говоря, у меня пулемет есть теперь. Все, все. Все того. Кажись, все. Тишина наступила. Здорово. Да, пойдем запускать. Хм, подожди, зарядник для костюма, где пулемет? Что-то я тут зарядника для костюма не увидел. А, или зарядник просто лежал, видимо, я не обратил внимания. А что на пулемете написано? Не, ничего интересного не написано, черт с ним. Все, ракета торчит. Все торчит. Все истекли кровью, я думаю, пора высекать свое имя. Здесь был Фриман. Как это написать? Никак, ну ладно. Патронов бы мне. Да побольше, побольше. А, вон какая-то дырка. Понятно. Проверка безопасности, комната управления. А, вот эту вот штуку я взорвал, что он того. Алекс Хелфер, я тебя просто не успеваю зачитывать, ты очень много пишешь. На пулемете указан его калибр, то есть это пулемет 50-го калибра. 50-й калибр это 5 сантиметров диаметр этого, или это 50-й калибр в дюймах? Если в дюймах, то это вообще страшно. Но, по-моему, все-таки в метрической системе здесь должно измеряться. Требуется пропуск. Чья там подпись? Непонятно. Я, кстати, да, я пытаюсь стелсить от них с включенным фонарем. То, что нам ДЦК-агент завещал. Работать с фонарем. Ну-ка, хоть тебе хедшот поставлю, а? Не поставлю. Я ему в башку стреляю, стреляю, ему пофиг абсолютно. Давайте правильно сломайте мне окно. Молодцы. Не, ну 8 марта ПВЗ не. Какая ближайшая возможная дата ПВЗ это... Сотый стрим где-нибудь. Сейчас сотая серия, сотый стрим. Никому уже не надо. Что с вами делать-то? Знаете, у вас граната, а? Что-то я забыл, что у меня граната. Кстати, если я гранату сквозь стекло кину, она пробьет стекло или она ко мне отлетит? Да! Логика, блин! Какое у них стекло-то здесь? А, и стекло разбилось от взрыва. Боеприпасы кончились. Да чё у тебя такая грустная была? Боеприпасы кончились. Хорошо, Полин, возвращайтесь, да. Досмотрите. Так, короче, моя тактика должна быть такая. Бьём стекло фломкой, потом быстро кидаем гранату. Меня застреливают за это время. Опять потратил гранату не в туда. Я. Это было брутально. Чё-то, кстати, я смотрел сейчас из-за стекла на эту... на глобус Америки. Что-то он, мне кажется, не таким красивым, как в оригинале, на самом деле. В оригинале он как-то светился во все стороны, а здесь он какой-то четкий такой, непонятный. Еще и глючит. Интересно, он глючит, потому что он должен глючить по задумке авторов, или он глючит просто от того, что он глючит? Ну, а сейчас будем запускать ракету. Офис спутниковых операций. Может, здесь что-нибудь интересное есть еще?
Кстати, вот эти штуки реально сделаны под центр НАСА. Там обычно в фильмах, когда НАСА показывает запуск ракеты, там такие штабеля столов с компьютерами, потом все должны аплодировать, которые за этими столами. Не, Алекс Хелфер, еще не убрал елку, еще стоит. Вот я думаю, пора бы, да. Надо место освобождать. Правда, непонятно зачем, но надо. Так, не, елка стоит пока. Да уже, место ей под кроватью должно быть. Уже пора. То не интересно потом на Новый год доставать елку, когда ты ее помнишь так. А когда не помнишь, весело. Launch control. Возвышается фаллическим символом наша ракета. Барышня. Нету барышни. А, ракета сама пойдет сейчас. Медленно идет. Ну, наверное. Кстати, правильно рассчитали, она под таким углом к земле пошла, еще не прямо вверх, а немножечко вбок, вроде так они и взлетают. Или это мне кажется просто? Да, кстати, XCOM, есть что-то от XCOM здесь. Все? Здорово. Как-то отсюда надо по-умному вылезать, насколько я помню. По-моему, через стекло выпускали в оригинальной игре, разве нет? Надеюсь, что-то не хотят выпускать. Я, кстати, мог стекло заранее побить и видеть. Запуск ракеты некрасиво. Это такое наказание для хамовитых фрименов. Татьяна, так мы же тебя уже видели. Я помню, ты писала, что ты снова здесь. Ну, уж вроде... А, кстати, я с тобой, по-моему, не здоровался. Ну, тогда не дело, да, надо поздороваться. Медленно ракеты улетают вдаль. Возвращения ты уже не жди, и слава богу. Весь мир в труху, но потом. Я в центре мира, это круто. Я подумал сначала, что голограмма железная. Но нет, почему-то я бью в потолок, который, кстати, явно выше, чем я бью на самом деле. Ну, как-то так странно продумано. Могу сервера поломать. Может, реально могу? Эх, ладно. Не, ну явно ж не сюда. А, сюда. Все, понял. Не хватает мне чего-то глаза, забыл отпилить. Хоть у медика, хоть у кого-нибудь. Я же говорил, что в 5 главе мы встретили неприятеля. Первое сообщение от военных по интеркому — Блэкмесса. Теперь Блэкмесса находится под командованием военных сил. То есть мужчина заменил женщину. В каком месте? Я запутался. Эдельфия, Татьяна очень своеобразно общается в чате, я запоминаю. Короткими фразами и смайликами или просто символами. Я думаю, это просто. Просто мое имя. Внезапно пришла очередь для написания моего имени. Да, снова я ломал стекло. А ты, кстати, Алекс Хелфер, говорил, снайпера убрали, а вот здесь снайпера убрали, да? Я помню. Был здесь снайпер в кустах где-то там, кажется. Или это не здесь, или чуть подальше. По-моему, чуть подальше, да. А, ну да. Куда мне идти-то теперь? Чё-то я запутался. Или мне что-нибудь открылось? Третий глаз, второе дыхание.
А, похоже. Или не похоже. Откуда я вылезал-то сюда? А, не, вылезал сюда я из двери, то есть, соответственно, мне сюда надо. Все верно. Мне жестко не хватает патронов для некоторых видов оружия. Как крабик. Может быть, ты кушал патроны для разных видов оружия? Можно в тебе посмотреть как-то? Посмотри в собаке. Что значит посмотри в собаке? Ой, вас тут много. Татьяна, не, но если был какой-то реальный вопрос, то задавай, конечно, я просто не увидел. Так, доброго вечера. Хм. По-моему, не в... Хотя, может, и в этой. Да черт с ним, на самом деле. Да, без снайпера как-то прям не то. Выпить не с кем, никто не дышит. Я помню, он там прямо этого снайпера ждешь. Кидаешь гранату и ждешь, начнет он стонать или нет от твоей гранаты. Когда стонал, то все хорошо. Значит, снайперу хорошо. Зачем же тут тележка? В ящиках тоже ничего нету. Они хэдкрабы. Но хэдкрабы-то не стонут. Хэдкрабы просто какие-то звуки издают, все. О, а скоро будут рыбки-рыбки, зубки-зубки. Хм, возможно. Мне что-то казалось, что они уже 100 лет как должны были быть. Ой, а кто это там ползает? Хе-хе-хе. Слушай, а что ты такой скоростной, а? Интересно. Ну фиг с ним. Видимо, мне какую-то платформу надо поднять наверх для того, чтобы вагонетка туда-сюда. Я могу навернуть вагонетку? Мне очень хочется. Нет, не могу. А зачем мне та платформа? А что такое ОБМ, Алекс Хелфер? Если БМ это Black Mesa, мне что-то сразу подумал сказать, очень Black Mesa. Прямо очень. Я не понял, про что ты. Хм. Девятый? Да я вообще не помню, где они по очереди. Я помню, что для рыбок нам выдается арбалет. А как мне того? А как мне сюда? Или просто прыгать. Там где-то еще квакает хэдкраб, но я его в упор не вижу. Сейчас я хочу найти все ящики. О, в этот ящик я не зря зашел. Гранаты все мне вернулись, которые я потратил на тех чуваков. Operation Black Mesa. Алекс Хелфер, а что такое Operation Black Mesa? Я забыл. Татьяна Малиновская, да, пиши, это ж прям создает колорит. Главное, чтобы они не обидчивые были. Ну или хотя бы не всерьез обидчивые. Крышка, а чё, уже совсем 2 часа? Не, не 2 часа, у меня 1,5 часа показывает, так что еще полчасика мы посидим, но в этот раз, наверное, закончим все-таки именно, когда 2 часа закончится. Хочешь, мне адекватно прыгать, только как-то правильно, похоже. Уж спать надо. А как мне спуститься отсюда? Скафандр поврежден. Или это единственный путь? Вот не должно быть таких мест, чтобы нельзя было спуститься, не тратя здоровье. Или я упал прямо на лечилке. Что-то я не понял. Для меня Дарья Стю всегда первый час вообще незаметно почти проходит, а вот дальше уже как-то второй тяжеловато. Ну, не тяжеловато, но уже замечаешь ход времени. Ура! Теперь игры Фрей доступны для вас. Может быть, Фрей играл наконец снова в Фаренгайт Индиго Профиси. Я, кстати, очень удивился. Я почему-то всю жизнь читал это название и думал, но оно так и пишется. Indigo Profesi. Я и думал, что это профессия или что-нибудь там. А... Переводится это...
Господи, я, кстати, забыл. То ли проклятие Индиго, то ли... Не, не проклятие. Или проклятие. Короче, очень удивило меня значение слова «профессии» по-английски. Ну, может быть, это как-то так и должно быть. Типа того. Что человек выбирает свою профессию, и одновременно это для него там или проклятие, или что-то еще. Оттуда и пошло. Да, у меня таймер, наверное, самый правильный из всех нас на стриме. Стрим идет 1 час 35 минут 45 секунд. Поехали, на паровозике. А, пророчество, да. Ну вот я и помнил, да, что... Ну вот как бы, не знаю, профессия — это же то, что с человеком всю жизнь как бы определяет как раз его будущее. Может быть, все-таки слово «профессия» как раз отсюда идет. О, какая, кстати, прикольная машинка, она уже... Меня смущает то, что она онлайн, но здесь прям все электронное. Здорово. Да, вот Мист выложил, но я с таким удовольствием посмотрел две серии Фаренгейта у него. Очень, к сожалению, плохо, что он долго рендерит ему Фаренгейт. Где я тут? Какое замыкание? Что случилось? Что случилось? Стоять! А пока вы в шоке, я вас всех перестреляю. Ну или не всех. Ну или не перестреляю. Кстати, нормально так. Мою-мою, блин. Нормально. Не очень, конечно, но ничего. Привет, Sobetto Life. Интересно, он, наверное, подскользнулся на собственной крови и скатился сюда от этого. О, теперь жизни есть, теперь вообще здорово. Что-то я забыл этот момент, ну да, был такое, проламывалась стенка. Детский агент, у меня всегда примерно не меньше 400 просмотров на стриме, но это не означает, что посмотрел столько человек. Это означает, что люди решали обновить страницу, что-нибудь еще. Хотя, может быть, кто-нибудь левый заходил. По крайней мере, новые подписчики у меня появляются после стримов. Человек так, 3-5 хотя бы. И... Чё? А, лестница? Нет. Лестница сломалась, я не хочу. Я хочу посмотреть, что наверху было сначала. Не, Алекс Хелфер, я поэтому Фрея и просил Фаренгейт. Фаренгейт. Фаренхайт поснимать. Потому что я никак не могу собраться в него поиграть, а мне он очень интересен был. Я смотрю, он реально очень интересен. А мне кажется, снимать его, когда уже знаешь сюжет, не очень интересно. Хотя вот Фрей в него играл, правда, очень давно. Говорит. Вот как-то непонятно, с чего бы мне начать. С одной стороны, можно здесь что-то такое недоступное посмотреть, а с другой... А, не, здесь нельзя, здесь я не пролезу же, да? Или пролезу между зубчиков? Не, не пролезу. Ой. Алекс Хелфер, ну вот как-то у меня не складывалось просто с ним. С Фаренхайтом. Что-то мне вот на эту игру хотелось посмотреть именно со стороны. Даже не знаю, как это описать, реально. Кстати, интересно, а если я спрыгну туда прямо в воду? Может быть, лестница не обломится? Надо проверить. Буль ты их, блин! Кстати, да, не обломилась. Но, видимо, если я начну залезать, то она сломается. Или не сломается? Сломается. Еще и зашибет меня. На целый один хелл. Фигово. Привет, Владислав.
Надо будет посмотреть. Хотя мне кажется, да, что-то такое было, но я же очень стеснительно отношусь к чему-нибудь восхваляющему меня, скажем так. Поэтому, может быть, я ее даже и не видел. Так, короче, надо идти сюда. Пойдем. Блин, еще и под водой, еще и фонарик. Плохо-то как. Так, здесь можно дышать. Я помню, меня задалбывала эта хрень. Эта версия более светлая по цветовой гамме. Но ей вот надо. И мне, кстати, кажется... Ох. Пузырьки берутся не пойми откуда, кто им плюется. А какая-то рыбка сидит. Если они мне еще урон наносят, это вообще здорово. А мне кажется, это реально вот закос под то, что эту игру на Ютубе много снимают. Потому что Ютуб там... Вернее, это проверено, кстати, не Ютуб, это именно кодек этот H256-262, я не помню, какой он. Это именно этот кодек пережатия видео затемняет картинку. А обычно, если люди монтируют, например, не стримят, то у них сначала он затемняет в процессе монтажа, а потом еще раз затемняет в процессе перекодирования Ютубом. Поэтому получается вообще хрень полнейшая. Извините, что-то мне воды захотелось, но в смысле чаю. Алекс Хелфер. Здесь можно сделать... А, здесь и так надо делать мостик из бочек, да? Что-то я не въехал. Ну, сейчас посмотрим. Так, здесь я здесь. Зачем я здесь? Кто вы все? Ага. Так, бочечка. Ну, ты мне явно не по... А, я, кстати, подожди, ты мне можешь помочь. Очень ненатурально, конечно, ты мне помочь можешь, но, наверное, можешь. Не. Можно на нее залезть. Могу. Класс. Хм. Не знаю, ДЦК-агент. Может, у меня что-нибудь с монитором такое, но у меня она темная не... Хотя я ж в нее играл с завышенной яркостью, потому что я ее снимал. Может быть, в оригинале-то она как раз такая. Но, естественно, она потемнее, чем вторая часть. Я уже вообще не разбираюсь, куда я иду и зачем. Но надо же познать все. Поэтому пойдем куда-нибудь. Хм. Блокмесси, эти бочки нужно совать под... Да, это я помню. Что-то мне кажется, я иду куда-то не совсем логично, потому что вот этот путь прыгания по бочке, он какой-то очень непростой. Килька, разговорный стрим не хочу, не понимаю. Дима не подкастер, Дима летсплеер. Тем более я стесняюсь, так у меня хотя бы руки заняты. И мозг занят наполовину. По-любому обломится. Обломится, конечно. Можно было пробежать. Так, скипнуть, не скипнуть, ну, не, надо все обсмотреть. Скипать мы ничего не будем. А, мне, собственно говоря, туда идти-то и незачем, там же ничего нету вообще. В какую сторону мне надо, в эту или в ту? Что-то я не помню. А что у нас в этой стороне водится? А, в этой стороне я был, да, в этой стороне бочка. Ну тогда пойдем тогда сюда. ДЦК-агент, ну может у тебя мониторчик того уже хочет на покой, а может и нет, не знаю. Мониторы тоже разные бывают по яркости, есть максимум 300, есть максимум 200. Чем это меня придавило тут внезапно?
Дырочка в боку. Может, я ее расширить, могу разломать дырочку. Было бы очень здорово. Нет, нельзя. Смотреть только дают на за границу, а в дырочку в боку не пускают. Баку это еще та за границей. Че, опять с бочки на лестницу залезать? Вот это мне уже не близко. Вот это мне уже не близко. Наверное, все-таки нет. Наверное, все-таки куда-нибудь сюда. Еще одна дырочка. А что ты не тонешь-то? Да куда ты? Всплывает, как не пойми что. Черт. Не надо было пытаться этого делать. Ну, вроде тонет. О, кстати. Интересно. А что, здоровье восполняется полностью, если успеваешь вылезти до того, как помрешь? Хм. Не замечал, но тогда под водой можно находиться в разы дольше. Что-то я уже вообще не понимаю, где. Сюда можно? Или отсюда выплыл? Хм. Так, сюда. Сюда, кстати, похоже, можно, нет? Нет, нельзя. По-моему, же отсюда я выплыл. Или я выплыл сбоку откуда-то? Да, отсюда я выплыл. А, вон проход в ворота, все, вижу. Но единственное... Да. Сюда мне незачем, здесь ничего нет. Да единственное отличие разговорного и неразговорного стрима в том, что просто я вопросы пропускаю в стриме с игрой, а так, но если повторяется, более-менее я все-таки отвечаю. Не близок мне формат интервью. Чем я сюда пришел? Что здесь есть? А, вон еще что-то. Или я отсюда пришел? Стоять-ка. Здесь есть стол. Здесь есть стул. Здесь есть лампочки. Которые мне ни зачем не нужны. Чем я сюда пришел? Вот еще какая-то дырка. Кстати, я ее до этого не видел. А-а-а. Вот сюда вот. Или не сюда. Здесь поломанные... Ящики, наверное, я отсюда пришел, может и нет. Не помню. Не отсюда, там нечем было дышать, а здесь есть чем. Ага, подожди, сохраниться хочу. Сохраниться, а теперь сюда. Поток. Поток. Идем по потоку. Не, по потоку не идем. Это засада. Это выше еще, выше еще. Что-то в той темноте, которая была в оригинальном Half-Life, я хотя бы понимал, что и где. А здесь что-то вообще все запутано. О, вентиль. О, огонь. Покрутим вентиль, закончится огонь. Не закончится огонь. Во. Здорово. Это они хорошо меня, падла, подловил. Вообще гореть-то начинаю здесь. С ним. Еще неизвестно, что в замкнутом помещении более неприятно, огонь или газ. Хотя, наверное, все-таки огонь. От газа так медленно. О, рыбка! Рыбка, огуречек! Я тебя хочу прям сразу. Прям сосу не дают мне, прямо сразу рыбку. Может быть, это как раз тот мужик, который должен был мне объяснить за рыбку. Но решили не объяснять, типа, и сам все знаю. Нет. Падла. Подловил. Ладно. Пойдем смотреть, искать мужика. Я думаю, как раз сейчас найдем мужика и закончим на этом.
А если бы я избежал этого? Рыбка, ой-ё. Быстро она мужика заглотила. Может, тебе по морде просто так можно надавать, а? Особенно с нашей быстрой монтировкой-то блокмессовой. Когда я помирать под водой начинаю. Я рыбке просто так надавал. Извини меня, рыбка. Но у нас же здесь волшебная блокмессовая монтировка. А что теперь будет? Мне же должны объяснять, как ее замачивать. А попробуем посмотреть, а вдруг, а что? Хм. Так, нормально. Может, здесь можно на языке этого товарища взлететь? Блин, сколько этих самых, сколько вентилей-то? Этот вентиль вроде нельзя крутить хорошо. Здесь еще что-то. Не, сюда, отсюда я попал. Или нет? Блин, ничего не понимаю. Ага, во, все. Короче, пойдем по сюжету, все-таки найдем мужика. Курящему давно пора найти мужика. Так, ты того. Паперхамстер, ты испугался, как я с рыбкой того. Ну вот, видимо, не надо мне на работу. О, в смысле, на рыбалку ходить, да. А, килька. Я надеюсь, это был не ты, а то мы с тобой больно жестко. Где мужика-то найти, который мне даст арбалет? Вот ты. Или это не ты? Ты дашь мне, мужик, арбалет? Признавайся. Мужик! Мужик! Чё ты стесняешься и в глаза мне не смотришь, а? Ладно. Будем надеяться, что все хорошо. Я очень буду надеяться. Не, ну если что, переиграем, конечно, сохранение должно быть. Чё-то кажется, что мне какой-то волосатый мужик должен был арбалет давать. Скользко. Ой-ё, скользко. Теперь он не общается. Но... Я надеюсь, это ничего не запорото. Ну просто... Прости меня, мужик, нам теперь не с чем с тобой общаться. Ну не строй такие губки, глазки и все остальное. Пойдем сами брать арбалет. Чем я боюсь, что рыба сейчас появится заново. Хотя, может, и нет. Так, ничего не пропустил. Арбалет есть в ящике? А, арбалет есть в ящике, это круто. Так, аккуратно, аккуратно. Аккуратно. Маус 2, прицелиться. О, как здесь круто прицеливаться. Почему ящик не падает? Падает. Но не очень. Совсем не падает. Падает. Чё у меня роняет сразу же? Чё у меня сразу же закончился кислород, я не понял. Ну черт с ним. Мы здесь где-то открыли капсулу. Да говорю, Дарья, глаза грустные, грустные. Мне прямо стыдно стало. Подожди, дай я тут еще сохранюсь. Чё здесь водится? Больше рыбок не водится, а? Вот здесь за дверью чё-то абсолютно точно нет. Абсолютно. А здесь под лестницей должно быть. Блин, а сейчас помирать начну. А, вот это...
О, стрелок арбалета, которую я пока ни одну не потратил. Почему здоровье у меня почти полное? Я боялся, что мне эта выходка с рыбкой много всякого нафигачит плохого, но оказывается... Ой, а кто это? Кто меня? Это дверь меня пришибла? Блин, меня зашибает дверь! Чёрт. Это ж вам не Dead Space, почему меня зашибает дверь? Ага, и она еще закрылась, да, и не выпустит меня? Не, выпустит, нормально. Я хочу найти что-нибудь такое. О, загрузка как раз. Чего вас-то так много-то? Так. Все в кислоте измазают. Не открывается. Вот здесь, по-моему, какой-то триггер был, что если сломать эти ящики, появится куча вортигонтов, да? Сейчас я это проверю и, наверное, пойдем мы спать. Он был такой. Да-да-да-да-да. Ой, память-то еще есть. Короче, я считаю, по-моему, самый подходящий момент, чтобы пойти спать. Доброй ночи вам, хорошего настроения. Со всем остальным мы будем потом общаться как-нибудь. Хочу из арбалета хоть раз выстрелить попробовать. Хм. Хорошо, одна стрела, все. Прям уносит. Тратить. А, ну да, вот как раз рыбка начнется. Правильная рыбка, причем. Уже не такая простая. Может быть, ей тоже по мордасям можно надавать все. По щам. Как и палит Лукашина. Да. То ли это у меня глюк какой-то с монтировкой, то ли с рыбками они что-то не рас... Как это? С рыбками они что-то не рассчитали. Рыбки мочатся прям моментально. Но это мы сохранять не будем. Попробуем с рыбкой вступить красиво. Кажется, все. Доброй ночи вам. Хорошего настроения, хорошего завтра. Скорость монтировки 0,20 в секунду, это 0,2 монтировки в секунду. То есть за секунду он 5 раз бьет. Наверное, Гордон принимает в этой части какие-нибудь таблетки, которые ему что-нибудь развивают. Но вообще это очень ненатурально, конечно, смотрится. Хоть это и фича, но это какой-то это, как его... Как это слово-то звучит? Когда небалансированный персонаж. Забыл, короче говоря. Неважно.
О, как интересно. Ну, кстати, на самом деле... Не, ну мускульный усилитель Фриману нужен хотя бы для того, просто чтобы таскать этот костюм на себе, я думаю. Это как силовая броня Братства Стали, я думаю, он не очень легко весит. Естественно, поменьше, конечно, чем силовая броня, особенно во всяких трехмерных фоллаутах, но все равно. Ну, наверное. Но есть какой-то не мускульный усилитель нужен, здесь именно какой-то реактивный усилитель, то есть он реакцию ему убыстряет. Ты можешь быть сколь угодно сильным, но это не позволит тебе так быстро двигаться. О, все. Стрим уже 2 часа прошел, это хорошо. Теперь точно пока. То как-то не по канону делать стримы меньше 2 часов. Доброй ночи.